Всем привет, друзья! Если вы захотели икры, а денег на нее просто нет, тогда икра Пинагора, вот такая она. Фирму выбирайте сами, какую хотите, но икра вкусная, я вам скажу сразу. На хлебушек мажете масло, сверху икру и отводите душу. Она недорогая, советую. И всем спасибо за внимание, с вас лайк.